Вы еще не спрашивали. Несколько лет назад вы послали письмо в мою деревню в Иерусалиме. Деревня в Иерусалиме какая? Вы послали письмо местному старейшине, где потребовали, чтобы ее население ушло в Иорданию. Я имею в виду, что вы бы дали нам какие-то деньги, и мы бы ушли из деревни. Получается, что в этом случае вы нас купили бы, заплатили бы деньги, и мы ушли. Когда я об этом услышал, я подумал: что ж, господин Кахана, я слышал о вас хорошее. Я подумал, как человек в вашем положении может говорить подобные вещи? Вы покупаете людей, платите им деньги, потому что считаете, что это ваша земля. Вы верите, что это ваша земля? Вы видели письмо? Да, видел. В письме говорилось, что вам предлагается три варианта, потому что так написано в Талмуде. Вы можете остаться в стране в качестве неграждан, вы можете покинуть страну, и в таком случае мы выкупим ваше имущество. Не просто заплатить, чтобы вы уехали, но выкупить ваше имущество. Именно так было сказано. И третье. Если вы не уедете, мы вас выдворим. Простите. Именно так говорилось в письме. Оно не вами написано, и я должен заметить, что многие члены моей партии очень огорчены вообще какими-то выплатами, потому что большинство из них приехали из арабских стран, и они там оставили имущество на миллиарды долларов. Вы правы. Я вам обещаю, что вы уедете без денег.